5 квітня на Закарпатті відбудеться потужна масова така акція, в якій 15 тисяч дітей Закарпаття будуть молитися за мир в Україні. Що це за акція, що це таке буде? Сьогодні ми вирішили поговорити із моїм гостем і знайомитися. Це Алекс Штрай, письменник-продюсер. Я обнаружив, що у дітей в Ізраїлі і дітей в Україні так совпало, к сожалению, те же самые проблемы. Военная обстановка, нестабильная ситуация, и дети, прежде всего, болеют и думают о мире. Это очень важно для детей, поэтому родилась эта идея на святой земле. Меня поддержали школа, где учились мои дети. Значит, были оговорены вопросы, связанные с этим проектом, и в конце концов вышло это к тому, что 3 месяца назад дети из города Кацрин, этот город находится на севере Израиля, прямо на границе Сирии, там, где сейчас недалеко проходит война, где льется кровь, где люди воюют, и для детей Израиля это абсолютно не абстрактное, а конкретное понятие. Поэтому дети, израильские дети, это и иудеи, это и христиане, это и мусульмане, там в школах учатся все религиозные конфессии, национальности, собрали оливковые листики, символы мира. Это очень важный момент, символ мира исторический и библейский, и сегодня культурно, это прежде всего оливковый листик и голубь. Это 2 самых важных исторических символа мира. Это дети просят Бога о мире в Украине. Их объединяет одно желание мира. Я думаю, что это, скорее всего, просьба к Богу, но это как кто хочет воспринимать. Я называю это просьбой к Богу. Я держу в руках, здесь в этой пачке 150 карточек, которые после того мероприятия, которое мы проводим, просьбы детей к Богу, будут отправлены в АТО, в конкретную воинскую часть, 150 офицерам и солдатам с подарком. Это дети дарят им такие карточки, у каждого военнослужащего будет, с молитвой за то, чтобы они здоровыми и живыми вернулись домой. Это очень важно для детей. 5 апреля. Значит, это будет происходить на Большой перемене. Точное время 9:40 по Киеву. Дети соберутся каждый в своей школе. Главное внимание будет привлечено к самой большой школе Виноградова, если не ошибаюсь, это 8-я школа. И главное событие, скажем, будет происходить там. Я попросил бы всех, как бы так сказать, и депутатов, и скажем, руководители района или сел проявить интерес и побывать на этом мероприятии, потому что там будет делаться фотографии, дети будут какие-то высказывать свои мысли, чувства. Хотелось бы, чтобы это не прошло мимо людей, взрослых, которые должны понимать.